Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Шифр». Приятного просмотра. Действие разворачивается в Москве 1956 года и рассказывает историю четырех женщин, которых связывает военное прошлое, работа в спецотделе ГРУ, они сходятся вновь, чтобы вести расследование и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Екатерина, рискуя собой, а также благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом. Шестая серия. Соня с сотрясением мозга лежит в госпитале. Проскурин понимает, что девушки не прекратят расследование, и втайне от начальства продолжает с ними сотрудничать. Девушки устраивают в госпитале поэтический вечер, чтобы проверить всех поэтов, которые накануне слышали Соню, и выявить дифтера. Главный подозреваемый — поклонник Анны Литнев, но вскоре выясняется, что у него алиби. Судмедэксперт Владлена дает Ирине информацию об убитых девушках. У одной из них в голове пуля от старого ранения военных лет. Катерина узнает, что эта девушка недавно познакомилась с каким-то поэтом. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.